Классный час. Афганистан «Живая память» провели в Бендерском торгово-технологическом техникуме. Студенты первого и второго курсов встретились с воином-интернационалистом Сергеем Лузиным. Уроки мужества в нашем следующем материале. Будущие повара и мехатроники слушают воспоминания Сергея Лузина. Служба в горячей точке – примера мужества однополчан и друзей. Реальная история из первых уст. Для воина-интернационалиста Афганистан – не абстрактная историческая веха, это жизнь. В каждом из детей мы видим того, который будет строить наше государство, жить в этом государстве и в этом государстве воспитывать своих детей. Какими они будут? Все зависит сегодня от нас, а завтра это будет зависеть от них. И мне очень хочется, говоря об этом, всегда думать, что меня услышали, что дети меня поняли. Только за эту неделю Сергей Лузин принял участие в 5 мероприятиях. Встречи с учащимися прошли на базе 2-й железнодорожной школы, Бендерского политеха и Краеведческого музея. Годы работы с молодежью исчисляются десятилетиями, говорит Лузин. Долго взрослых – научить подрастающее поколение любить родину и ценить достижения предков. Меня впечатлило стихотворение про афганскую войну, про тяжесть того времени, думаю, больше всего. И зацепило про друга, то, что нужно ценить своих друзей. Был откровенным, интересным, рассказал очень содержательно и показал настоящий пример человека, который поучаствовал в боевых действиях, вышел оттуда и смог направить нас и показать правильную дорогу обществу, которое сейчас, на данный момент, идет на дорогу к будущему. Я считаю, что этот человек очень хорошо показывает пример того, как должен выглядеть настоящий герой и защитник своей родины. Своего гостя студенты поблагодарили за откровенный рассказ и за пройденную дорогу мужества. Специально к этой встрече совместно с библиотечными работниками подготовили тематическую выставку и видеопрезентацию. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.